Сказки, они увлекают меня очень давно. Что такое по своей сути сказка? Сказ, то есть сказание, а частичка «ка» намекает нам на мудрость. Мудрое сказание из древности. Если вспомнить присказку в любой такой сказке, то это не глупые истории для детей, а полноценный сборник легенд и мифов нашей древности. Думаю, когда-то так называемые русские народные сказки были собраны в общую книгу, нечто вроде современной Библии, и давали ответы на все вопросы. Почему они в форме сказаний для детей? Детская память, она своеобразная, она как губка, она цепляется, запоминает, все в себя впитывает, но все равно подача должна быть своеобразной. Можем даже вспомнить учебники для детей. У девочки Маши было 3 яблока, у мальчика Коли было 4 яблока. Сколько яблок было у Маши и Коли? Так и наша сказка, она адаптирована под восприятие детьми. Казалось бы, а что нам, собственно, дает такое открытие? В частности, она разоблачает одну ложь от официальной истории. Историки нам доказывают, что славяне, а уж тем более русский народ, очень молодой. А раньше на этих землях жили другие народы. Чаще всего кочевники, скифы, сарматы, гунны и прочие варвары. Могилу к таким кочевникам, так как они соединили лошадей, вложили конскую упряжь, уздечку, а знатным людям в захоронение могли добавить коня. У нас же есть такая сказка о коньке-горбунке. Самая архаичная сказка о коньке-горбунке рассказывает, что отец завещал своим детям 3 ночи дежурить на его могиле. Но сейчас в современной адаптации для детей рассказ идет, что охранять поле, ну, в частности, в мультфильме. Такое можно понять. В более архаичных сказках более, так скажем, жестокий и жесткий подход. Можно вспомнить сказку о пряничном домике. Детишки в лесу находят пряничный домик. А в архаичном варианте они находят домик из хлеба. Просто современным детишкам трудно объяснить, что такое голод. Почему хлеб так привлекает детей? Домик же продолжает мутировать и в наши дни, становится конфетным, так как пряники уже не такое желаемое детское лакомство. В современном, так скажем, варианте этой сказки, в мультипликационном варианте и так далее, уже там вафельная дверь, шоколадная крыша, взбитые сливки, клубника, карамель и так далее, и так далее. Ну и так, вернемся к нашему коньку-горбунку. Как мы видим, сказки мутируют. А в архаичном варианте, значит, Иван дурак охраняет могилу своего отца. И данный конек приходит, откуда вы думали, из иного мира. Доказательства, а он, например, когда уже взаимодействует с главным героем, он, соответственно, приходит из ниоткуда и уходит в никуда. Казалось бы, что такое за какие-то там параллельные миры, не знаю, порталы и так далее. Похоже как-то на бред, что наши предки о чем рассказывали. Ничего подобного. Это архаика. И эта архаика осталась в том числе в нашей жизни и в нашей речи. Еще раз вспоминаем. По легенде Иван охраняет могилу своего отца. Куда уходят мертвые, по нашей версии? Ну, понятно, что если вы атеист в седьмом колене, то мы уходим в никуда, мы просто умираем. Но выражение «уходит на тот свет» слышал даже атеист. Получается, вот этот вот фактически волшебный конек-горбунок, которого художники, кстати, не изображают с горбом, они его изображают каким-то странным уродливым конем. При этом художники, они очень четко чувствуют душой, они... Это такая профессия, где надо чувствовать и работать душой, сердцем, не мозгами. И вот они конька-горбунка никогда не рисуют с горбом. Чаще всего они рисуют с длинными ушами, каким-то маленьким, несуразным. Ну, в общем, каким-то не с того мира. Или с другого света. С того света. Тоже такой интересный момент. Если бы я, например, умел хорошо рисовать и рисовал иллюстрации на данную сказку, ну, конечно, не адаптированную под детишек, то конек бы у меня выглядел примерно так.
И одного вида такого конька будет вполне достаточно, чтобы понять, откуда он, почему у него такой вид, почему он может летать, почему он может помочь герою. Однако такие косвенные данные нам дают конкретные ответы. А рассказывают они следующее, что по вере наших предков, далекой вере той, на третий день за умершим прилетает такой конек. Возможно, он должен отвести душу умершего человека не в самый лучший мир. И потому сыновья берегут его покой, должны дежурить на его могиле. А на третий день дежурство заканчивается. Уздечка в могиле, возможно, может быть средством защиты души. То есть душа оседлает такого коня, а оседланный конь уже везет душу не куда он пожелает, а куда показывает всадник, куда приказывает наездник. Касаемо Вани, он вообще радикально решает проблему. Заставил себе служить коня с того света. Как бы сейчас сказали, стал всадником апокалипсиса. Всадник из ада Ваня. Ну круто, да. Такой можно фильмец снять. Точнее, коня из ада он оседлал и заставил служить этого беса себе. Отсюда вопрос. А кто такой вообще этот Ваня из сказок? Который вот от Ивана Дурака до Ивана Царевича, да? Зачастую он не личность, он человек-функция. Вот тут мы подходим к крайне интересной теме русских народных сказка. Ну тут сказка. Именно религиозные трактаты для детей. Там вообще нет личности. Там исключительно персонажи функции. Как бывает именно в архаичных легендах. Для примера рассмотрим классическую сказку «От дурака до царевича». Часто в такой сказка Иван находит нечто из иного мира или того света, как бы сказали сейчас. Неважно, он завладевает конем из ада, получает в собственность ковер-самолет или другой девайс погибшей цивилизации. Возможно, тут намек на какой-то там потоп или катаклизм, который стер цивилизацию, но некоторые как-то сверх технологичные и мощные девайсы пережили и помогают персонажу. Обретя некое могущество, он женится. Почему? Он персонаж функции. Мальчиком, примитивным и доступным языком объясняет. Когда ты станешь мужчиной, обретешь свой источник ресурсов, который сможет кормить тебя, жену, твое потомство, нужно жениться. И тут появляется она. Я бы даже сказал, она. Василиса Премудрая. Снова персонаж функции. Если данное видео смотрят представительницы слабого пола, обязательное пояснение. Уже в современной адаптации Василиса из Премудрой мутирует в Прекрасную. Почему же она не Прекрасная, а Премудрая? Понять наших предков можно. Они не только мальчиков учили и растили на сказках, но и девочек. Сейчас скажу одну вещь, но заранее проясню. Я нормальный мужчина, люблю красивых женщин. Вот только красота в семейной жизни не главное. Или, как говорили наши мудрые предки, жизнь пройти, не поле перейти. Потому красивая дура, какими растят наших девочек в современном обществе потребления. Ну, вспоминаем фразу «я же девочка», будто эти слова дают право быть дурой и не отвечать за свои поступки. Потому хорошая жена должна быть в первую очередь премудрой и помощницей для своего мужа. А женская красота, ну это хороший бонус, который пропадает с годами. В итоге данная премудрая всячески помогает своему мужу решать его проблемы. Вот только если обратить внимание, какие проблемы, то они абсолютно всегда связаны с женскими делами. Или тем, что в то время наши предки считали женскими обязанностями. Ковер сделать, выпечку, красиво станцует на бале. Никто Василису не заставляет лес рубить, в каменолом ли кайлом махать, или вырыть пруд на 100 аршин за ночь. Затем появляется некий новый персонаж функции. Похищает красавицу. Кстати, не всегда Кощей, иногда там вот какой-то там колдун. Не суть. Мы живем в суровом мире, а наши предки жили в мире не менее суровом. Например, на кол сажали, такая вот милая казнь. Это я к тому, что изнасилование женщин придумали далеко не в 21 веке.
Итого, злодей похищает красавицу, но не насилует ее. Он начинает предлагать ей злато и серебро, чтобы она стала его. Вот потому он персонаж-функция, слишком картонный. Ну как это ты, если ты злодей, ну похитил, делай свои дела, что ты. А он похитил, а дело, так сказать, до конца не довел. Ему нужно конкретно в этой сказке добиться на согласие на измену красавицы. Василиса же, в свою очередь, показывает пример будущим женам, что никакие сокровища не имеют значения. Важнее всего сохранять супружескую верность. В итоге Иван начинает свой поход и попадает к крайне могущественной волшебнице или богине, Бабье-Яге. Вот только сейчас картинка покажется непривычной. Ну, не привыкли мы к такому образу Бабы-Яги. Это какая-то такая старуха, страшная, некрасивая. Ну, старуха я бы не сказал, хотя я не говорю, что ей 18 лет. Может, ей все 1000 лет будет. Но кто помнит фэнтези, помнит и эльфии, которыми лет так по 300 с гаком, а они молодые красавицы. Давайте разберем Баба-Яга. Итак, слово состоит из двух слов. Первое – баба, даже сейчас. Это несколько грубоватое обозначение женщины. Или можно сказать в каком-то смысле женского начала. Яга. А тут я встретился с трудностями, но мне помогла найти ответы шапка Мономаха, где надписи в том числе на арабской вязи. Яга, возможно, видоизменилась в ага, что означает у турок уважаемый. Получается очень уважаемое женское начало. А отсюда, в какой же мир забрел Иван в поисках своей любимой? Лес на границе миров. Что также часто встречается во многих религиях и легендах. Ведь люди, и вернее их души, через женщину в наш мир приходят из подобного пограничья. Ну, во всяком случае, так считали. А Баба-Яга – богиня этого лесопереправы, где в одну сторону мир мертвых, в другую – мир живых. Отсюда, кстати, у меня есть предположение, что она не только как бы души младенцев туда отправляет, но и через нее переправляются совсем в другой мир. Богиня очень могущественна, но нейтральна для сильнейшего властителя Кощея, хотя он тоже могущественный бог. Ну вот он могущественный, а вот нейтралитет они соблюдать вынуждены. Возможно, взаимная война взаимоуничтожит эти два божества. И что же мы видим? Если в архаичной сказке без адаптации, то забор. На нем множество черепов людей, наверное, вторженцев в земли великой богини. Она говорит: «Что ты здесь делаешь, Иван?» А тот в ответ отвечает, как какой-то гопник. «Гопник, ты коробочку-то прикрой, давай накорми, напои, спать уложи, а потом уже спрашивай». Грубо как-то получается. Забор вокруг дома богини намекает, что дерзить ей нельзя, смерти подобно. А Ваня такой бессмертный. Для понимания, вот вернулись вы домой. У вас дома сидит какой-то бомжара, лазил по лесам, болотам, от него воняет, грязный. Вы спрашиваете: что ты здесь делаешь? Ты это, водочки мне налей, пожрать на стол мечи, посплю, тогда побазарим. Ну и куда пойдет такой бомжик? Представим аналогичную ситуацию, но изменим действующие лица. Приезжайте домой, дома сидит ваш любимый племянник. Рожа разбита в кровь, сам оборванный, где-то по лесам шатался, в грязи, воняет. «Племяш, родной, что случилось?» – спрашиваете вы его. «Да там вообще беда. Дай, пожалуйста, помыться, пожрать. Чё-то так устал смертельно. Посплю, с утра все расскажу. Завтра, завтра». И все, история играет новыми красками. Требования уже выглядят вполне адекватными. «Конечно, любимый племянник, ты иди пока в ванну, я тут хоть что-то накрою, хоть яичницу пожарю, ешь и поспи. Что-то серьезное». Кстати, в сказке на эту тему есть намек, что родственные отношения. «Фу-фу, русским духом пахнет», — сказала Баба-Яга. Касательно «фу-фу», ну, думаю, или новодел, или вставка. Ну, как вот, Ваня-то с дороги, он реально воняет. А вот русским духом, дух-то она узнала. Он для нее отличается. И признала по этому духу, что родня. Причем очень многие народы
через свои мифы и легенды пытаются намекать на родственную связь с богами. А почему родня? Вот вам второе доказательство. После того, как Иван отдохнул, кстати, про его отдых можно даже поговорить отдельно. Так, уже слишком злоупотребляю вашим вниманием, но отдых там, кстати, очень интересный. Это отдельный разговор может быть. Он сразу запрашивает магическую помощь после отдыха. Фактически поддержку тяжелой артиллерии против могущественного бога, с которым Баба-Яга в нейтралке. И она ни на секунду не задумывается, идет на прямую конфронтацию и оказывает данную запрошенную поддержку. Вспоминаем встречу с бомжом. Он говорит: пошли соседу морду бить. Ну и что, куда он пойдет? Он идет в далекое сексуальное путешествие. Причем пешее. А вот если родной племяш с утра вам заявляет, что рожу ему сосед разбил, а разбил вообще по полному беспределу, то он может вас позвать пойти на разборки с соседом. Почему по беспределу? Ну нифига себе, Кощей жену похитил. Ваня везде прав. Теперь к финалу. Или словам, сказка ложь, да в ней намек. Сколько же нам поучительных фактов дает данная история? Первое. Мужчина становится мужчиной, не вступив в половую связь, как утверждают наши СМИ, а когда твердо стоит на земле. Второе. Женщина должна быть в браке мудрой и помощницей для своего мужа. Тогда и брак будет счастливым. Муж – защитник семьи, обязан идти женой даже на край света. Четвертое. Жена никогда не должна изменять мужу, даже если предлагает каменья, злато, серебро и прочее. Пятое. Боги – наши родственники. Нам они всегда помогут, станут на нашу защиту по первому нашему требованию. Вот такая вот вроде как короткая сказочка, а выводов минимум 5. Да они вроде как на поверхности, но прямым текстом их детишкам не говорят. Как же так? А это просто элементарная задачка. Про Машу и Колю с яблоками, помните? Вот поэтому в конце и говорят: сказка ложь, да в ней урок. А вот урок должны детишки сами вынести и, возможно, даже ответить учителю. Типа, вот, а чему вас научила эта сказка? Это же сейчас просто сказка, да? Хотя я, наверное, вас уже утомил подобным рассказом, поэтому закончу.